Страумы обратился к людям, которые вовлечены в коррупционную деятельность. Призвал их, цитата, «заглянуть глубже в себя, попытаться найти остатки совести и начать думать о будущем государства, своих детях и внуках». Также он обозначил ближайшие цели – добиться того, чтобы сотрудники КНАП работали как команда. Якобы Страуме 41 год, 16 лет из них он работал в службе военной разведки и безопасности. Он окончил Латвийскую полицейскую академию, учился на курсах повышения квалификации в США и НАТО. Страуме за время своей карьеры получил 11 наград, имеет доступ к особо секретным объектам государственной тайны и к секретной информации НАТО.